Желание увидеть море двигало участников нашего пробега на юг. Поля переспевшей кукурузы и подсолнечника все чаще стали уступать место бахчевым. Очень впечатлило то, что ростовская земля такая благодатная и так вроде пшеница. Просто проезжая любой населенный пункт, видишь, как работают зерновые элеваторы, и прям очереди КАМАЗов полных зерном стоят к этим элеваторам. Поэтому прям чувствую, что мы не останемся голодные. Первый нам прямо. Он на Сальскую. Он на Сальскую. Так задали, да. Будем Сальск, получается, да? Да-да-да, но мы все, перебивай Краснодар и гостиницу забивай. Все, идем на Краснодар. Поздно вечером мы прибыли в Краснодар для того, чтобы уже утром отправиться дальше. Но пару зарисовок на тему кубанской столицы все же успели снять. Южная столица России, пускай не признанную, но все же город Краснодар в прошлом носил название Екатеринодар. В 1793 году Екатерина II даровала эти земли кубанским казакам. От правого берега реки Кубань до Черного моря вся земля отдавалась безвозмездно в дар тем людям, которые вели здесь хозяйство. Мы благодарим Краснодар за короткую остановку, жалеем, что не удалось посмотреть город, и отправляемся в путь, потому что отсюда до Черного моря, куда стремляются десятки тысяч туристов, ежегодно осталось всего 120 километров. Поехали с нами. Вот люди, которые живут возле моря, они куда в отпуск едут? Или вы прямо здесь живете? На речку едут. Через километр где-то речка. Ну я, допустим, за это лето один раз был. Хочу спросить у вас, как путешественник у путешественников, готовы ли вы ко встрече с Черным морем? Да! Так, поехали! Я думаю, что сейчас им лучше не мешать, потому что они проделали такой длинный путь для того, чтобы увидеть море, подышать им. Конечно, у нас пока нет возможности спуститься и искупаться, но то, что море видно, то, что ты чувствуешь его каждой частичкой своего тела, это уже дорогого стоит. Ну что ж, автопатриоты, добро пожаловать на Черное море. Я думаю, что сегодняшний день запомнится особенно по линии Владу, которые ни разу не были на море, не видели его своими глазами. Мы ждем их прибытия, они уже метров в 50. Смотрите за тем, что будет. Ну все, мы доехали до него. Вольк, иди смотри на море. Вот оно море! Какое оно? Огромное. Огромное? Да. И все твое на ближайшие 10 дней. Да? Мы не будем от него далеко отъезжать. Расположенный на побережье Черного моря в предгорьях главного Кавказского хребта и в устье двух рек Туапсе ежегодно встречает туристов, которым дарит неспешный ритм, зелень улиц, запах моря, перебиваемый ароматом переспевших фруктов. В общем, все то, за что мы и любим наше Черноморское побережье. Война пришла в город с самых первых ее дней. Через Туапсе началась эвакуация промышленных предприятий и населения юга СССР. Город превратился в гигантский эвакогоспиталь. Великая Отечественная война была войной моторов, поэтому после сокрушительного поражения под Сталинградом немецко-фашистские захватчики выбрали свое направление туда, где была нефть. Здесь, в Туапсе, в начале 19 века был построен нефтеперерабатывающий завод, а нефть поступала из Грозного по трубопроводу сюда. Туапсе – большой порт, и это понятно, стратегически важная точка. Что касается сегодняшнего дня, то, как это ни странно, трубопровод Грозный Туапсе закрыт, и нефть в Туапсе поступает из Сибири. В августе 1942-го началась одна из значительных операций, которая вошла в историю под названием «Туапсинская оборонительная операция». Город подвергался жесточайшим бомбардировкам и обстрелу. Гитлеровцы устремились сравнять его с землей. 25 тысяч немецких солдат и офицеров погибли под Туапсе. Наши потери составили около 100 тысяч человек. 10 августа 1942 года в 3 часа 10 минут. Младший сержант Григорьев, краснофлотцы Косяков, Анохин, Шустов и Тупицын, сдерживая превосходящие силы соперника, вооруженные зенитным орудием, отбивали нападение врага и были убиты на этом месте. Спустя 3 месяца здесь был установлен памятник героям. Вечная слава и вечная память. При
Прямо за моей спиной вот эта небольшая группа мужчин почтенного возраста собрались на так называемом туапсинском катране, уж простите меня за это жаргонное слово, для того, чтобы поиграть. Поиграть в шахматы, кто-то играет в нарды. Сложно поверить, хотя почему сложно поверить? Так оно и было. Борис Крамник сделал здесь свой первый ход Е2, Е4, а учился он в первой туапсинской школе. Георгий, у меня есть мечта. Я хотел порыбачить на Черном море. Всю жизнь была мечта поймать что-нибудь в Черном море, но мечты же должны сбываться. Эх, повезет, повезет. Сошел, да? Не, когда два мужика пришли на рыбалку, да еще и без собственной удочки, кому-нибудь из них точно должно повезти. Денис, я очень надеюсь на себя. Он вот именно, он небольшой город, как Сочи, то есть вот именно это все в малых масштабах. И видишь, что народ просто весь, народ отдыхает, то есть он не озадачен вот именно этой, он не урбанизирован, то есть он просто получает удовольствие от жизни вот именно в этом тихом, спокойном ритме. Море, пальмы, зелень, утопает в зелени город. Столько интересных вот новых зданий, то, что было раньше, не сравнить. Впечатляют дороги, впечатляют туннели. Партнеры проекта. Компания Arctic Trax Россия. Расширяй свои границы. Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов». Оптика с именем 292-03-74. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Официальный оператор мобильной связи «Автопробега», оператор с низким уровнем цен «Теле2». «Теле2» – честно, дешевле.